Площадкой для проведения отборочных соревнований по компетенции флористика из 4 городов России был выбран Сочи, а именно Сочинский институт Российского университета дружбы народов, расположенный в Адлерском районе. В одной из аудиторий собрались 12 студентов, представляющих 8 городов России, в большей части Южный федеральный округ. Побороться за возможность войти в состав национальной сборной WorldSkills Russia решила и сочинка Виктория Пархоменко. Это первые ее шаги во флористике. Я не занимаюсь вообще этим. Вот. Ну, нравится вообще флористика. Букет первый сделала, наверное, неделю назад. А вот Елизавета Мирошникова из Санкт-Петербурга уже не новичок во флористике. Она посещала курсы, работала в цветочном магазине и участвовала в международных конкурсах. Все идет от души. Я стараюсь подбирать то, что мне нравится, не задумываясь, потому что так интереснее. Меня увлекает этот процесс, и в процессе я уже начинаю творчески мыслить и стараюсь что-то создать. Проявление фантазии и креативность – основные факторы успеха. Всего участники должны представить по 3 работы – сделать букет, интерьерную композицию и украшения для невесты. На выполнение каждого задания дается по 2 часа. Оценивают работы международные эксперты и профессионалы. Критерии подразделяются на 2 группы. Это объективные критерии. В основном туда входят технические моменты, техника исполнения, частота работ, жизнеобеспечение. И субъективные критерии, где оценивается цвет, форма, композиция, доминирование, идея. В ближайшие дни состоится заседание коллегии, на котором жюри выберут самые интересные и технически правильные работы юных флористов. В состав национальной сборной WorldSkills Russia по этой специальности смогут войти максимум 3 студента. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.